Благодаря программе «Пешком» на месте стихийных народных троп, протоптанных жителями, появляются вот такие асфальтированные благоустроенные дорожки. Теперь с комфортом можно пройти от школы до остановки, до магазина, прогуляться или проехаться на велосипеде. В поселке Фряново проложили 7 новых пешеходных дорожек между домами под номерами с 1 по 6 и рядом с домом номер 16 на улице Молодежной, возле домов номер 11 и 12 на улице Механизаторов и в деревне Маврино. Общая длина пешеходных маршрутов более 750 метров. Здесь вообще дорога была не очень хорошая. Дети бегают, и мы сюда идем на остановки, на работу. Сейчас можно с комфортом ходить в школу, она удобная, ровная, такая прям очень хорошая, нам очень нравится. Еще одна пешеходная дорожка появится в деревне Аксинина. Ее длина составит 120 метров. Благодаря ей жители деревни смогут без проблем дойти от жилого массива до магазина. Скоро начнется асфальтирование. В этом году в рамках проекта «Пешком» в городском округе Щелково планируется обустроить 15 народных троп. А всего за время действия программы, это 3 года, было заасфальтировано 122 тропы. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.